Сезон простуды и ОРВИ продолжается, поэтому профилактика респираторных заболеваний крайне важна для ограничения ее распространения и облегчения ее признаков. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как жители заботятся о своем здоровье. В первую очередь вакцинация, конечно. Ну а там поддерживать при помощи каких-нибудь лекарственных средств. Чай обычно сейчас. Холодно, прохладно, чаек. Бегать люблю. Чеснок, витамины, да. Витамины? И все. Чай с лимоном. Конечно же, самое главное – это правильное питание. Пить чай, только домашняя еда, никакие фастфуды. И спорт каждый день. Пробежки и желательно спортзал. Витамины, капельницы, конечно. Уже вон полная сумочка медикаментов. Ну и народные средства – чеснок, лук. Побольше горячего пью, как бы. Вот не работаю, поменьше на улицу выхожу, вот и все. Ну, эти травяные чаи. Спортом занимаюсь, упражнения делаю. В сезон простуды жители выделяют для себя несколько пунктов. Это употребление в пищу овощей и фруктов, занятия спортом и теплая одежда. Так обезопасить можно не только себя, но и своих друзей, близких, коллег и просто обычных прохожих. Камила Гильманова, Михаил Суханов. События.